Меня зовут Дмитрий. В инвалидной коляске я 19 лет. Попал по болезни. Ничего не выдающегося, не страшного. Никуда я не нырял, ниоткуда не падал. Просто стечение обстоятельств. Передвигаться по городу на коляске очень тяжело. Но нужно, чтобы не сидеть заперти в четырех стенах дома. Можешь меня посадить? Все, понял. Один уже уехал. Да. Хороший, добрый водитель. А можете подъехать вплотную и помочь мне сесть? Ребят, не поможете, а? Надо еще кого-нибудь. А там есть кто-нибудь из мужчин, а? Да вот, можно за коляску. С той стороны возьмем. Давайте. Спасибо большое. Это автобус не приспособлен, он просто низкопольный. Частенько водители, в принципе, помогают, но, наверное, некогда. Еще бы ему вот за это заплатить бы, было бы неплохо. С этим тоже надо проблема. А не поможете спуститься, а? И на себя немножко. На себя. Ага. Все. Большое спасибо. Вот, кстати, специализированный. Вот этот специализированный транспорт. У него на средней двери откидывающийся парапет. В обязанности водителей входит поставить машину так, чтобы я мог туда зайти, выйти, спустить этот парапет и помочь мне забраться. Вот обычный человек, когда ходит, я уже, правда, забыл, как это. Мне кажется, он не смотрит так часто под ноги, как делаю это я. Молодой человек, а можно попросить вот на бордюрчик меня закинуть, да? А? Все. Да. Спасибо большое. Вот что в Саратове не отнять от людей. Как бы наш город ни хаяли, люди у нас добрые и отзывчивые. Вот пример, как не нужно делать с пандусом. То есть идет пандус, а потом дырка, куда попадают передние колеса, и можно просто упасть. Интересно, где запрыгнуть. Там грязно, здесь высоко. Ладно, выберем там, где грязно. Оп! Фу! Канализация течет. Все, безбарьерная среда благополучно закончилась. Не успев начаться. Вот как раз та самая ситуация, когда мне очень не хочется идти по дороге, потому что здесь движение нормальное, то еще будут ехать в спину. Деваться некуда, придется идти. Да еще машины стоят. Вот сюда мы зайдем. Вот, кстати, шестерка. Да, можно подъехать, да? Хорошо. А можешь потом помочь? Все. Повезло. Мне надо прям вообще вплотную. Не получится, мы тебе сейчас поможем. Есть мужики в салоне. Давай. Увидел, спросил, нужно, да, остановил. И помог подняться. Большое спасибо ему. Периодически нужно ездить на первую дачную от Ильинской. Там находится спортшкола. Значит, транспорт туда ходит либо шестерка, либо 53-й. Как правило, очень долго приходится ждать. Угу. Жалко, что по этому маршруту не ходит специализированные автобусы, которые у нас ходят только по двойке и 2D.
и в принципе больше. В городе спецтранспорта нет, не считая троллейбусов. Но троллейбусы по 50 лет октября специализированные не ходят тоже. Вот подземный переход. Было бы неплохо сделать его доступным для инвалидов, потому что вот как в данном случае дорогу переходить, я просто не представляю. Ужасный перекресток. Поездка моя закончилась благополучно. До школы я добрался. Доступность у нас в городе, если по пятибалльной системе оценивать, то, наверное, на единицу. Без человеческой помощи со стороны город был бы еще менее удобен. Но люди должны помогать друг другу, мы же людям.